этот фильм был просто вау. Главный герой такой красавчик. И чудесная романтическая история. Страсть, любовь и чмоки-чмоки. Жуть. Жесть. И как это можно смотреть? Хуже только ваша бабка в купальнике. Не напоминай, мне теперь целый год будут кошмары сниться. Вот фильм про супергероев — это огонь. Эффекты. Слоумо. Эффекты. Взрывы. И... эффекты. А какие у тебя любимые супергерои? Железный Человек и Бэтмен. Но у них же нет никаких способностей. Зато у них есть деньги. Это не считается. Считается. Они не настоящие супергерои. А вот и нет. А вот и да. Я тебе докажу, что богатые супергерои круче обычных. Это я тебе докажу, что любой бедный супергерой лучше какого-то любого толстого кошелька. И что это было? Я бы, конечно, тебе ответила, но я слышала только бла-бла-бла. Так, а что вы вдруг вернулись? Вспомнили, что у нас уроки. Точно, вечно забываю, что мы сюда учиться ходим. По вашим оценкам это и видно. Я не знаю, там как-то такая, прям не очень. Ну, там выше совсем не очень. Все шикарно. Нет. Как вам? Обычно колготки на голову не натягивают. Если ты только не собираешься грабить банк. Ну, или тебе 3 года. У тебя снова закончилась чистая одежда? Да нет же, это мой супергеройский костюм. Такой же нелепый, как попытки Черновой быть адекватной. И провальный, как убеждение Золотаревой, что у нее есть мозги. Что ты имеешь в виду? Ведь если у тебя закончится место в сумке, ты сможешь складывать все вещи сюда. Ведь у тебя там пусто. Ах ты, девочки, фото! Отлично, 5 минут тишины у нас есть. Так вам понравился мой костюм или нет? У тебя хорошее настроение? Ага. Ну вот давай мы тебе и не будем его портить. Ну наконец, аниматор, мы уже вас заждались. Я не аниматор, я супергерой. Как в роль вжился. Похвально. А куда это мы? В обитель страха, боли и отчаяния. А? К первоклашкам. Нет. Я еще слишком мало. Да не паникуй ты так, там очень милые и спокойные дети. Правда? Да нет, конечно. Ты свой шкаф со свалкой перепутал? Или глазами с кротом поменялся? Ты видел себя со стороны? Это мой супергеройский костюм. Больше похоже на оберег от людей. Я думаю, его и звери обходить будут. А что не так-то? Все! Да вы просто ничего не понимаете. Ну да, мусор и хлам — это не наша тема. А! Бродяга в школе! Я не бродяга! Твой внешний вид говорит о другом! Я смотрю, твоя
суперспособность — это скорость и умение влипать в неприятности. Когда наша школа стала учебным заведением для великанов? Все в порядке, не бойся, ты в надежных руках. Ты меня спас. Я ж герой. Мой герой. Ты, наверное, еще в шоке. Да, ведь ты поймал меня, а не банку печенья, которую я уронила. Так она уже просто пустая. Эй! Но зато я знаю, что можешь снять твой стресс. Какое оно красивое! Некрасивее тебя! Или двойного чизбургера, вишневого пирога, чипсов с крабом. Если продолжишь, то придется спасать уже тебя. Ой, ой, я падаю! Нет, это я падаю! Лови меня! И кольцо не забудь! А я предпочитаю больше кулона, если что. Ой, я падаю! Рости, ты меня поймал! А то, я ж герой. Что это? Кажется, мед или варенье. И как быть? Ну, ты же хотела, чтобы мы больше времени проводили вместе. Ростя! Все тебе не так. Твоя книга. Нет, уже, видимо, твоя. Стой, у меня кое-что есть для тебя. Ну, чтобы ты это нос не вешала. Это мне. Какая прелесть. Ага. Вот же я везучая, как таракан, который тапка не заметил. Это вообще-то мое. Разглядяев, ты же у нас герой, верно? Супергерой. Да хоть пупер, мне нужна твоя помощь. Что случилось? Я забыла тетрадку с домашним заданием, а получить еще одну двойку я не могу. Так почему ты просто не спишь с Шумновой? Потому что эта функция доступна только Росте. Хоть мы с ним и родственники, но не очень похожи. Хотя меня это радует. Ладно, я что-нибудь придумаю. Это правило дифференцирования суммы разности. Производная от суммы разности. Вау, это было невероятно! Проще простого. Айду, ты тоже так клонируешь? Я сейчас, на минутку. Ростя, спасай! От кого? Мутанты? Ниндзя? Ниндзя-мутанты? Да нет, я забыла, что нам задавали домашнюю работу и не сделала. Может, все-таки монстры? С ними как-то легче, чем с математикой. Афиногенов! Хорошо, помогу, не переживай.
Но это же литература! Что? Ну все, сейчас урок начнется, и мне поставят 2. Не поставят. Я этого не допущу. Если ни у кого из вас не будет домашней работы, то Мария Ивановна не сможет никому поставить 2. Всем 2! За то, что не подготовили домашнюю работу! Или сможет. Я что-то устал быть героем. Значит, ты сдаешься? Еще чего. Уверен, у тебя дела идут не очень, а вот у меня все просто отлично. Откуда у тебя вообще деньги на все гаджеты и не такой костюм? Ну, я в нашем городе нашел ресторан, где можешь есть столько, сколько захочешь. И? Они заплатили мне немаленькую сумму, чтобы я к ним больше не приходил. Да я смотрю, ты бизнесмен. Бывает иногда. Мы тут подумали и придумали, как решить ваш глупый спор. Ничего он не глупый. Ага, он супер глупый. Хотя каким ему еще быть? Он ведь ваш. Каждый герой должен сразиться с каким-нибудь монстром, чтобы доказать свою силу и храбрость. Это мы можем. Да, не спотеем. Зря. Лишайте себя коронного удара. Кто это будет? Огромный динозавр, который плюется слизью? Или летающий робот, пускающий арбузы из глаз? Мария Ивановна! Кажется, геройство это не наше. Не очень-то и хотелось. Друзья, пишите в комментариях, какой ваш любимый супергерой? Ставь лайк, если тоже хочешь себе суперспособность. И подпишись, она у тебя обязательно будет. Снимаем. Черт. Снимаем. Вот прифи... А кто твои любимые супергерои? Снимаем. Это не считается. Это не считается. Считается. Они не настоящие супергерои. А вот и нет. А вот и нет.